И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все еще так же с модом Ark Eternal, на все так же на сервере Eternal 15X PvE плюс mods. Что изменилось? Да ни черта не изменилось. Начал отстраивать второй этаж, как видите, туда загнал голема. Всех летунов туда загнал. Буду немножечко сортировать все это дело. Что дальше? Мне пригнали Рекса, мужика. Также Дримас и, собственно, это все изменения. Обелиски у меня на максимум поработали еще разочек. Ну как на максимум, как вы помните, что я там поделал и так далее. В общем, сейчас у меня черного жемчуга почти по 20 тысяч и элементов также почти по 20 тысяч. То есть дальше я не вижу смысла их эксплуатировать, так как у меня всего дофига. Печку я просто делать нефиг запустил, стак дерева, весь там металл, сколько там было, сюда запустил и все. В общем, сколько влезло, столько влезло. Перерабатывают потихонечку руду. Ну, металл мне по сути нафиг не нужен, но пускай будет. Что дальше? Да и все дальше, пожалуй. Пожалуй, больше ничегошеньки. Ну, то, кстати, там в углу еще не доделал, и надо будет спуск в потолок сделать. В общем, короче, еще придумать, как через, то есть, выходить. Наверное, буду огромный люк ставить, чтобы вылетать можно было. Или же, наоборот, выходить. Посмотрим. Я еще пока что не придумал, что да когда где. Вот, насчет гигантопитека мне писали то, что это как вариант баг, как говорится. И понятное дело, что баг, кто-то писал про голод, что типа может с едой что какие-то проблемы были, может еще что. Ну, в общем, произошел баг, и это 100%, потому что он не должен был остаться, в данном случае она. Вот, ну, как бы, ладно, осталось и хорошо, пускай будет. Что же в этом выпуске будем делать? Я знал, что мне никто токенов не пришлет, и, то есть, монетки всем, как говорится, самим нужны, а, как говорится, присылать всякий шлак, это, конечно, каждый хочет. Ну, а как дело доходит до артефактов, и чего-то нужного в плане токенов, конечно же, все дружно молчат. Ну, я понимал, точнее, дело в том, что я всегда прошу то, что мне тяжело добыть. Ну, просто тупо по времени. А, соответственно, я знаю, что это мне никто не пришлет. А вот такие вот дела. Собственно, что сегодня будем делать? Я хочу проверить вот эти поушены по вызыванию дракона, бруды и мегапитека. Вот, хочу создать эти поты. Хотя бы одного вызвать, потому что там они требуют универсальные артефакты. Там сколько требуешь универсальных артефактов? Что-то я забыл. 3 универсальных артефакта каждый требует. У меня вроде бы их и нету в таком количестве. Вроде бы только один, и то есть и остался. Вот, как вариант, я его уже куда-нибудь изнахратил. Куда-нибудь на что-нибудь. Да, изнахратил, так что я сейчас сбегаю за артефактами. Возможно, я для всех добуду, но у меня что-то с длинными сердцами не очень. Если я не ошибаюсь, у меня там вроде бы их... А, подожди, он соточку уже требовал всего Дана Харт, да? Соточку уже требуешь. Так, на, Дана Харт соточку требует. ДНК соточку требует. Вот это, конечно, уже жопа. Генетик Сол требует. Вот это, конечно, вдвойне жопа. То есть мне сейчас надо боссов. Ну, короче, убиваем боссов и попробую заспавнить какого-нибудь из боссов. Как вариант, ползущего буду вызывать, наверное, обезьяну. Ну, потому что эндбоссы — это мантикора и паучиха, а, соответственно, обезьяну обидели, так давайте вызовем обезьяну и в этом бою будем бороться с обезьяной. Вот, ну ладно, я пока за артефактами сгоняю, а там посмотрим, что будет дальше. Ну и что я хотел бы вам сказать. Во-первых, я покопался по настройкам, сразу сбросил себе все настройки. Ну ладно, я их вернул, благо у меня есть видео и
есть возможность вернуть настройки по дефолту, как у меня было. А, суть в чем? Из-за чего у меня птицы-то не появлялись? А, да, вы писали в комментариях. Control, все дела, и... И вы правы, черт побери. Приклад. Control и присесть на C. Ну, я всегда ставлю присесть на Control. Старая добрая привычка. Half-Life, Control 1.6, Control 1.5 даже еще. Ну вот, старая добрая привычка дает о себе знать. Но, когда ставишь на присесть Control, а на ближний бой C, то сидя на Даркстаре почему-то C не срабатывает нужным образом. А вот когда меняем, ставим все по дефолту, то все пучком. Но, кстати, опять-таки же здесь, как видите, вызвать не получается. Они, как я понял, появляются вон там же наверху. Сейчас, давайте-ка пойдем сюда в край. Вперед! Сейчас так-то вызову. Да. Но я думаю, сейчас не получится их вызвать, так как они это уже вызванные. В общем, ну, вы видели, там какая-то доля секунды была. Если я не забуду, я потом в конце покажу. В общем, теперь у меня присесть на C и Control это ближний бой. Не знаю, посмотрим, может привыкнуть к такой раскладке. Да уйди ты уже отсюда, как на кусок дерева. А, какой камень даже близится. Ну да и бог с ней, погнали. Короче, наутал я артефактов и на пот, и на 10 вызовов боссов. Мне всего лишь нужно 5, но почему бы не вызвать 10, как говорится. Вся проблема будет дай на ДНК, ну да и ладно. Сейчас что я хочу сделать? У меня все-таки басиовенький такой на 10 лямов, на 100 лямов, и здоровье я имею в виду. И у него, собственно, реген поушенов дофига. Поэтому я так решил, долго не думая. А давай-ка я вызову их все. Вот, по одному. Вот, и посмотрим, смогу ли я в соло что-то им сделать. Здесь у меня сейчас не хватает только... господи, дай на ДНК. А, погоди, всех вызову. Не, нифига, нифига, не всех, всех я не буду вызывать. Я ж потом сундуки не успею их не залутать. Блин, вовремя я вспомнил. Благо сказал про дай на ДНК, и думаю, надо будет залутать дай на ДНК. Думаю, сейчас скажу, надо залутать дай на ДНК, потом думаю, какой нафиг, я ж не успею залутать. Я пока буду убивать самого последнего, у меня будет жопа полная, короче. Горди говна кусок. Вот, ну, собственно, понятное дело, это говно сдохнет быстро и легко. Кстати, если сжирать его примерно вот так стоит, то, как видите, все лутается легко и просто. Но это иногда не срабатывает. То есть надо стоять именно... То есть, ну, как говорится, убьешь 1, 2, 5, 10 боссов, и ты уже будешь знать, где должна находиться голова в тот момент, когда ты его доедаешь. Вот. В данной вариации нужно именно здесь находиться. То есть лут выпадает из жопы, так сказать. Поэтому нужно грызть именно в этом... месте, ну, то есть чтобы голова находилась, тогда все будет пучком. Вот, с обезьяны, как говорится, все намного легче в этом плане. Да, но видите, легче не легче, а чутка не проканала. Такс. Ёпрсты. Что, сколько понадавали-то? Вообще просто. Апчхе. Такс. Шапка хороший, да? Это хорошо. Ну, дай на харту, дай на ДНК, как видите, чутка не дают, жлабы драны. Вот, и в этом маленькая проблемка. Ну, зато соло пока идут, и потом хорошо. Ладно, так уж быть, дай на ДНК где-нибудь полетаю, поубиваю. Подобываю. Вот, ну и, собственно, сейчас попробую показать еще. Надо же хоть как-то разнообразить вам геймплейчик. Вот, вызовем Виверну и Райна. Хотя можно было каким-нибудь, наверное, двух Виверн вызвать, так было бы прикольнее. Вот, как видите, полтишочек отняли в тройке. Вот, ну, мне как бы, наверное, пофигу, ухил, и нет проблем. Вот, видите? О! Заспавнился и улетело.
В общем, как вы поняли, нужно вызывать только на улице. Ну, собственно, здесь летуны в целом залететь не могут, поэтому в этом вся проблема. Кстати, я очень крайне удивился, когда узнал, что можно оседлать суммонеров и, ну, миньонов. И это прикольно, оседлываешь, летаешь, все нормально, обычный аргентавис. В инвентарь залезть нельзя, конечно, и это логично. Со временем исчезает, это тоже логично, но то, что можно оседлать, конечно, для меня было просто откровенностью. Да уж, прикольно, кстати, прикольно. Вот, ну по сути, я вот сколько вызываю, да, Виверну, она ни разу не улетала от меня. Поэтому, как бы, вызывать в таких замкнутых пространствах, по сути, и не нужно. Самое главное, чтобы стенки были, ну, чтобы далеко не разбегались. Вот. В том плане, что, помните, да, как было на стриме, вроде бы, как бы, и убили, то есть начинали бить, а он вылетал просто там за пределы, что обезьяна, что носорог. И вот в этом была маленькая проблемка. Поэтому, как бы, единственное... Вот, единственное, что нужно, это чтобы стенки были по краям. Так сказать, для вас уже легче. Меньше беготни и так далее. Ну да, ДНК по бороде. Вот, ну и, собственно, опять вот 50 лямов хп отнялось только. То есть ничего сложного, как бы нет. Вот, сейчас добью еще остальных по разу, так говорится, и уже будем буду добывать ДНК. Вот, потому что с ДНК чутка проблемки. Да уж, печально, что правила никак не соблюдаются. Теперь от МТК тут на агрессии тусуются три. О, да не только он. Ищи, тут еще и обезьяна бегает. Ну-ка, обезьяна. Типа кто-то сидит на ней или же нет? Ну, думаю, раз ходит назад, значит, кто-то сидит на ней. Нормально. Вот, а это, в общем, на агрессии, я думаю, они также продолжают. В общем, правило как нарушается, так нарушается. А, к сожалению, ничего не делается. Ну, а я, собственно, бегаю и ищу, кого завалить для ДНК. Ничего, так сказать, более. У меня есть 33 ДНК, если не ошибаюсь, мне нужна соточка. Трешечку набил кое-как и что-то как-то альфа-чей пока не вижу. Вот. Думаю, здесь все равно больше шансов найти, нежели где-то еще. Чепольникс, о, по ДНК, отлично. Сразу-то что-то я и не допетрил. И сейчас такой бегаю, а такой, а чё я сюда-то не иду? Здесь же легче найти кого-либо, кого убить, и дроп с них тоже идет, альфа, ДНК, на сердца. Чё я в натуре такой прям некреативный? Ну вот, собственно, только здесь надо будет батарею на хилочку, я думаю, взять, и все будет пучком. Единственный косяк, конечно, это то, что... Слазить долго, очень долго слазить. О, вот он гигам. И в этом, пожалуй, самый главный косяк. Опаньки. Блин, что-то ДНК нет. Подождите, или здесь только сердца дропаются? Сейчас проверим. Опаньки. Классно, пока не приземлился, спрыгивать вообще самое оно. Так, нет, ДНК есть. Отлично. Мою мать, скотина, пошел в жопу. О, еще один ДНК. Здорово. Вот, ну, как я уже сказал, нужен будет коты только на ХП здесь, потому что здесь как-то огребаешься конкретно. Ну и хотя здесь можно будет взять уже не мантикоры бегать, а именно этим. Да твою мать, ты меня тупая тварь достал уже. Точнее, тупые твари. Я не вижу. И Сракса сразу мне дропнулось. Пошел в жопу. Да уж, нужны бутыли. Ну и думаю, на мантикоре все равно будет удобнее. Все-таки летать удобнее. Хоу, сейчас копаюсь по инвентарю и смотрю. Альфа-гигантозавр, 146 броня.
Вообще кайф. Вот это я понимаю, выбил так выбил. То, что я вот так сказал, мне сейчас очень сильно нужно. Отлично. Уже неплохо. Сейчас выкину всякий хлам. Возьму поушен. Поушены, кстати, да, у меня сейчас альфа-ДНК уже 21. Это уже неплохо. Уже будет намного легче в этом плане мне. Дальше. Добывать ресурсы. Так. Куда я их все сложил, да? Слишком ярко. Слишком ярко. Просто на острове уже как-то темновато было. Плоховато было видно, а слишком ярко все было. Да и... я, наверное, там все и оставил. Ну ладно, 21 пока это хорошо. Сейчас немножечко еще повыбиваем. Наконец-то, господи, я устал. Честно, я устал. Я эти сраные ДНК набивал час. Ну и, собственно, набил 4 лишних. А замечательно. Так, создаем мегапитекуса. Поушен мегапитекуса. Все, забираем. Так, больше мне здесь ничего не нужно. Погнали отсюда. Просто я думаю, если сейчас еще артефакты буду перекидывать туда сюда, это будет полный капздам. Вот, ну, а вот, понятное дело, можно заюзать хоть где. Так. Заюзаем его. Где бы его заюзать? О! Давай здесь. Там, я думаю, будет поприкольнее. Ну и тем более такое место прикольное сравнительно. Вперед к приключениям, так сказать. Давно я здесь не бегал, не обитал и так далее. Камень. Так, ну все. Теперь что? Бутыли есть. Да. Ах ты, я забыл седло. Вот я лошарда. Я забыл босявое седло. Так, стоять. Поехаемся. Как я так мог забыть босявое седло? Вот чё я в натуре. Ладненько. Сейчас все будет. Загрузись. Вот. Всегда брак срабатывал. Только вот сказал, и хоп, сразу же загрузилось. Блин, посевое седло забыл. Как так-то? Индоминус Рекс. А, ну, кстати, я понял, из-за чего вы мне писали в комментариях. Я так подумал, что они выглядят просто одинаково. На Индоминус Рекса и на Гигантозавра они выглядят одинаково. Мне просто писали в комментариях, типа, у тебя там есть седло, а потом исправились. Но я ответил то, что у меня нет седла. Вот. Да, я понял, они выглядят одинаково. Ну, я, собственно, об этом догадывался. Не глупый человек. Вроде бы. Так, погнали. Погнали. Так. Твою мать. Господи, я испугался. И забыл, что когда седло снимаешь, меняешь, это сразу кирдекс. Так, ну все, вызвал. Ой, да ладно. Это что, это было все, что ли, а? Это что за твою мать? Не, ну это же смешно. Черт возьми. Он был маленький. Напишите в комментариях, пожалуйста, какого он был левела. Я очень буду вам сильно признателен, если вы мне напишите в комментариях, какого он был левела. Черт побери, ну... Не, я понимаю, да, я вот его убил, гориллу, у меня теграммы открылись, просто здорово, я такой прям счастлив теперь. Это, кстати, первый раз, когда у меня, я сам теграммы открыл, вот тег-перчатки могу, тег-винтовка, о, седло для Рекса, тег-генератор, ворота, так, давайте с нуля, тег-репликатор, тег-ворота, тег-рама. Рама для люка, дверь, люк, дверной проем, оконная рама, окно,
Генератор так обеспечивает беспроводное питание ТЭК постройки других электроусловий. Для работы требуется элемент. А, ну понятно, это, так сказать, основа основ. Перчатки, винтовка, седло для Рекса. Вот, собственно, о, а это что такое интересно? Интересно. Конечно, это, конечно, было прикольно. Шлеп и все, и нет проблем, и все хорошо. Но, знаете, когда ты, черт побери, столько мучаешься, навиваешь на это говно и надеешься, что будет хоть какой-то экшон, а тут просто за один удар дохнет. Это, честно, обидно. Вот честно, обидно. Обидно, понимаете, обидно. Так, ну-ка давайте-ка еще раз проверим. Так сказать, нечестным путем. Ну да, вроде сундуков не вижу. Ну ладно, пофигу, короче, я уже устал. Я устал, у меня час ночи, я устал. Давайте сраный ДНК. О, кошмар. Да уж. Мой первый босс. Первый босс, за который я получил 100 граммы. Первый официальный, можно так сказать, босс, да, он немножко по другим способам его вызвал. Но суть в том, что это первый босс, вот. Вот, почему я в прошлый раз не мог его увидеть. Прогружался. Почему он так прогружается по-дебильному? Вот, мой первый босс, и он такой... Чпунь-кчо! Вот примерно так вышел, господи. Я так мучился, убивался, это говно. Но! А, черт побери. Ладно. Ну ладно, самое главное, я все-таки убил босса. Сделал, так сказать, то, что хотел. Выш налево, а. Тут надо застревать у меня. Как-то я здесь построечку сделал по-корявому. Он иногда застревает. Давай, откройся уже. Теперь закройся. Отлично. Так. И давай поставим его. Не-не-не, вот прямо отлично. Пересечение. Обелисков. Чпоникс. Отлично. Подобрать флаг, разрушить флаг. Все нормально. Все замечательно. Пускай стоит. Пока здесь. Ох, черт побери, ну это было чертовски скучно, стандартные боссы, они такие не боссы, они такие ни о чем. Эх, чалька. Ладно, на этом я уже буду с вами прощаться, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и конечно же делиться моими видео с своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.